Это обидное поражение домашнее. В первом тайме у нас было много брака и сумбура. Быстрый гол со стандарта. И второй тайм, те моменты, которые нам удалось создать, мы не реализовали. За это поражение стыдно. И домашнее поражение, любое поражение, оно обидно. Но домашнее вдвойне. Такого не должно быть. Сегодня Василий Чаров был переведен с центра на фланг, а Владислав Мастерной остался в запасе. Какой была тактическая задумка? Ну, у нас сыграл Печинович, и мы понимали, что соперник будет играть длинными передачами, вертикаль. Чаров вернулся в свою позицию, которую он... Ну, это изначально была его позиция. То, что Мастерной вышел на замену, он вышел усилить фланг. И то есть ротация – нормальная вещь. А что скажете о выходе Кулишева в роли второго форварда? Он играл атакующего игрока. В целом боролся за мячи. Цеплялся. Можно было сыграть лучше. Наверное, нам всем нужно было сыграть лучше. Если мы не выиграли, значит, мы не сыграли более качественно. За счет чего удалось прибавить после перерыва? За счет того, что мы хотели выиграть. Мы успокоили мяч. Мы просто начали подстраиваться под друг друга, и мяч начал ходить. И, собственно, это нужно было делать в первом тайме. И понятно, что эмоции превалировали, что быстрый гол и так далее. Но в том-то и есть мастерство, да, и умение перестроиться ментально по ходу игры. И мы должны в этом аспекте прибавлять. Никто за нас это не сделает. Это мы должны делать. И второй тайм мы действовали именно так. Отсюда и владение территорией, и соперник перестроил схему уже на оборонительную. Но тем не менее мы все равно доставляли мяч в штрафную площадь. И Апаев бил, вот ребята еще пробивали, да, били. Ну вот так. Можно ли сказать, что в первом тайме сопернику удалось навязать нам удобный им ритм игры? Это была борьба за территорию. И мы это понимали. То есть эта игра была за центр поля и единоборство. И мы держали эти единоборства. Ненужные фолы, вот необязательные в первом тайме, в начале игры, они не должны быть. То есть это эти эмоции, которыми мы должны управлять. Потому что у нас были игры, когда мы тоже играли за территорию, и тоже было много единоборств. Поэтому здесь то же самое. То есть нам не навязали точно. И мы пытались, и они пытались навязать единоборство, и мы пытались навязать единоборство. Только когда мы подбираем мячи, хладнокровие и движение мяча –